среду в Самарской области будет ясно и малооблачно, сохранится жаркая погода, местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Днем плюс 29, плюс 34, ночью 21-23 градуса выше 0. Ветер северного, восточного направлений, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани малооблачно, кратковременный дождь и гроза, днем плюс 30 градусов, ночью плюс 23. Ветер восточный, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти ясное небо, плюс 30 градусов в дневное время, ночью 22 выше 0. Северо-западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, дневная температура 30 градусов тепла, ночью плюс 23. Ветер северного направления 2 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%, температура воды в реке Волга 19,2 градуса, геомагнитное поле возмущенное, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.